Что сегодня получилось, что нет? Да много удалялись слишком, чересчур. Меньшинство не получилось сегодня. В большинстве забили, в принципе. Но, опять же, таки игра такая рваная была из-за удалений. Первый хитрик в форме Салавата Юлаева. Какие эмоции? Положительные. Вот болельщики кепки выбросили, и после этого гола вашего третьего скандировали вашу фамилию. Что было на душе в этот момент? И какие ощущения вот сейчас после игры все-таки не удалось выиграть? Это как-то смазало все? Ну, приятное ощущение, конечно, когда болельщики кепки бросают и кричат по фамилии. Это всегда приятно. Спасибо за это. Ну, конечно, смазал он. В принципе, боролись до конца. Картай хороший гол забил, четвертый отыгрались. Опять же таки, ненужное удаление в конце. Через, ну, это как-то больше о себе думаю, чем о команде получается. Но, опять же таки, я не видел момента, не знаю, что там было. Судьи так свистнули или мы виноваты. Опять же таки, надо будет смотреть и разбираться. Я не знаю, что там было. Вот все-таки такую игру Салавата можно занести в плюс или в минус, то, что все-таки проиграли, но играли-то очень хорошо. Да в плюс, конечно, в плюс. Я не скажу честно, что мы хорошо играли, мы можем лучше играть. Это не то, что мы там с мячу сыграли со СКА и все, мы на этом довольствуемся. Мы должны были лучше играть сегодня. Опять же таки, мы удалялись, мы не дорабатывали ногами, из-за этого были удаления.